Всем привет! Многие люди не уделяют внимания тому, когда они ложатся спать и когда просыпаются, но это очень большая ошибка, так как в человеческом цикле существуют временные окна, в которые лучше выполняется какая-то определенная работа или вид деятельности. И сегодня я расскажу вам, в какое время дня лучше делать ту или иную работу. С 6 до 7 часов утра – это окно, когда лучше всего работает долговременная память. Вся полученная информация в этот промежуток времени усваивается очень легко и быстро. С 8 до 9 часов утра включается логическое мышление. Это наиболее подходящее время для любой деятельности, которая связана одновременно с запоминанием и аналитикой. С 9 до 10 утра – это оптимальные часы для работы с информацией и статистикой. С 11 до 12 часов эффективность интеллектуальных функций снижается. Стало быть, можно переключить внимание на что-нибудь отвлеченное, например, послушать музыку. С 11 до 2 часов дня – самое подходящее время для обеда. На эти часы приходится пик, как говорят на Востоке, огня пищеварения, когда вся принятая еда переваривается и усваивается наилучшим образом. С 12 часов до 6 часов вечера – это идеальное время для активного труда. Труд в более поздние часы вынуждает мозг работать на износ. Первые признаки того, что вы перенапряжены – это сложность с запоминанием. С 9 часов вечера и до 11 часов вечера происходит наиболее полный отдых ума и всей нервной системы. С 11 вечера до часа ночи идет активное восстановление тонкой энергии. В китайской медицине она носит название ци. Индийские йоги называют ее праной, а современная наука величает нервной и мышечной силой. С часу ночи до 3 часов ночи человек восстанавливает свою эмоциональную энергию полностью. Поэтому правильно выбирайте свой режим дня.